Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Заходим в Корал отель. Отель на 90% находится уже на Ионическом море. Бассейн видовой. Сейчас спущусь ниже. Но хочу заметить, что от центра Влёры он далеко. Он далеко, при том, что он работает на бибишке, на завтраках. Но здесь вот рядышком есть ресторан, мы уже это отметили. Очень красиво. Сейчас я вам покажу ресепшн. Так, это тут закрытая часть ресторана. Ресепшн. Нет, там уже говорят, что почти заполнен отель. Есть бассейн, там детский. Пляж в плитах. Чтобы спуститься к морю, нужно спуститься по лесенкам. И сразу же, по пояс. Системы ребенка по колено нету. Вот как бы для кого-то минус. А вот это? А это уже чужой пляж. Вот пляжи Корала. Спускаетесь, вот видите? Да. Сразу глубина. Когда мы вот туда поднимемся, вы сфотографируете, извините, вон, вот туда поднимемся, да. Вы увидите, как идет спуск на пляж, и бассейн сфотографируете. Бассейн есть детская часть? Маленькая детская. Маленькая зона, заходят детки, потом набирают глубину бассейн. Вот оттуда мы сейчас подойдем, мы все увидим, чтобы не бегать по территории. И все, что я вам рассказала, вы сфотографируете. И дальше сам хочу показать вам сам номер. Подушки с логотипом. Диванчик стоит. Шкаф. О, какое кресло. Зеркало, плазма. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Холодильник. И сейчас посмотрим, что у нас в ванной. К сожалению, карточки нету. А стекло, душ застеклен, это хорошо. Небольшенькая, но хорошо оформленная ванна. По Коралу хотела отметить, что вот это и есть пляж. То есть по факту, а спуск, сейчас вот там вот лесенка, и это спуск. То есть по факту здесь сразу начинается достаточно глубокое море. То есть детки плавают вот тут. В море такой, сразу начинается достаточно глубокий спуск, но пляж вот он есть. И есть небольшая зона, сейчас я постараюсь вам ее показать, для деток небольшая. Вот это детская площадка. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!